Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как приучить котенка к месту для сна. Спальное место – важный уголок в жизни любой кошки. И хорошо, если место для сна находится там, где удобно вам, а вот если нет, проблем не избежать. Чтобы кошка не сделала спальное место из вашего рабочего стола или вашей подушки, необходимо приучить ее к месту для сна еще в детстве. Как это сделать? Давайте рассмотрим подробнее основные правила на эту тему. Прежде чем приобретать лежанку и ставить ее в определенное место, проанализируйте поведение котенка. Может быть, он уже выбрал место для сна в доме, и вы не против, чтобы питомец спал именно там. Пусть этот уголок и станет спальным местом котенка. Если же вы не согласны с выбором питомца или ваш мяукающий друг постоянно спит в разных местах, подберите спальное место для него, исходя из следующих критериев. Место должно быть защищено от посторонних звуков, ночью там должно быть темно, также важно, чтобы место для сна находилось в хорошо проветриваемом помещении с комфортной для животного температурой. Выбирая лежанку, имейте в виду особенности вашего мяукающего друга. Она должна подходить животному по размеру, быть достаточно мягкой и удобной для него. Обустроив спальное место питомца, ни в коем случае не укладывайте котенка в него насильно. Это только испугает животное, и питомец уже никогда не захочет спать в выбранной вами лежанке. Котенок должен сам познакомиться со своим спальным местом. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку подписаться. Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Сделайте спальное место привлекательным для котенка. Положите на лежанку его любимые игрушки, плед или простынку. Также вы можете побрызгать место для сна отварами кошачьей мяты и валерианы. Кошки эти запахи обожают. Проявляйте терпение. Возможно, котенку понадобится несколько дней для того, чтобы привыкнуть к своему спальному месту. Обустроив место питомца для сна, не поощряйте его стремление спать где-то еще. Например, не разрешайте котенку спать на кровати или диване. Если вы будете разрешать питомцу спать везде, где ему захочется, он никогда не привыкнет к своему спальному месту. Приучить котенка к месту для сна несложно, необходимо лишь ваше желание и соблюдение перечисленных нами правил. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!